Фронтовые письма, фотографии, награды, элементы одежды, уникальные предметы быта и утвари – все это экспонируется на выставке, открывшейся в Мемориальном музее 10 февраля. Эти и многие другие ценные экспонаты отражают бессмертный и поистине великий подвиг жителей Мордовии в периоды различных военных конфликтов и в особенности Великой Отечественной войны. Это коллекция огнестрельного оружия, холодного оружия, очень ценные документы участников Великой Отечественной войны, фронтовые письма, фронтовые дневники, уникальные удостоверения к наградам. Также представлена коллекция предметов, которые нам предоставили поисковики с поисковых экспедиций. Также мы можем увидеть фотографии почетных гостей, которые посещали наш музей. Выставка посвящена Году культурного наследия народов России, поэтому получила название «Память – основа культуры». Проработает она до конца марта. Важно помнить, посетить выставку можно только при соблюдении всех мер профилактики коронавирусной инфекции. Анастасия Целигина, Александр Овчинников, «Народные новости».